То, что сегодня иногда с юмором и иногда жестко заявил Владимир Путин, уже разошлось по заголовкам мировых СМИ. Почему Запад сел нам на голову и жует жвачку? Поможет ли России развал НАТО? Кто ограничивает суверенитет Германии? Все это звучало в Петербурге. Ключевое событие Международного экономического форума – пленарное заседание. Участие в нем, помимо российского лидера, приняли премьер Индии и президент Молдавии. Тема дискуссии – главные международные события, в центре которых Россия. Репортаж нашего политического обозревателя Павла Зарубина. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Разговор будет очень ярким. Показали первые же секунды Петербургского форума, когда, чтобы поприветствовать лидеров России, Индии и Молдавии, все в зале встали. Вольно! Модератор, звезда американского телевидения Меган Келли, словно символизировала собой всех тех, кто в США с утра до ночи сейчас рассказывает о вмешательстве России в американские дела. Выборы испортили, компьютеры атаковали, а вот еще подозрительно себя ведет российский посол. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить на всякие, во всякие заведения, что ли? За посещение которых у вас работу выгонят потом? Нет. Он... Это же его работа. А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Ну вы совсем там спятили, что ли? Ну, ничего конкретного. Просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно просто. Это просто истерия какая-то. И никак не можете прекратить. Ну, таблетку, что ли, надо дать вам какую-нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку туда. Какую-нибудь. Ну, правда, честное слово. Удивительно. Таблетка, судя по всему, не поможет. Меган Келли, возможно, для яркости дискуссии, возможно, потому что сама живет в американской информационной среде, словно ничего не слышала и из раза в раз повторяла одну и ту же мысль. Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы. Они что, все неправы? А вы читали эти отчеты? Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала. Публичную, общественную версию. То есть никакую. А кто шил костюм? Нет, карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришито намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков, Аркадия Исааковича Райкина. Значит, вот и сейчас тоже вы мне говорите о публичную версию. Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Вот если конкретно, тогда будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили... Адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все? Но там сотни фактов против России. Там IP-адреса, отпечатки пальцев. Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие, чьи эти отпечатки? Значит, IP-адреса, их можно вообще придумать. Знаете, каких сколько много специалистов? Они сделают так, что это с вашего адреса, с домашнего. Дети ваши послали. Младший ваш ребенок трехлетнего возраста. They так все организуют, что things. это именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам чего угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательство. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не в нас. Проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думаю, ну, перебирает мужик, честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну, извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает.
Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, что к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Причем есть русские. Русские, что ли, там занимались этой кухней протаскивания одного кандидата от Демпартии в ущерб другому. Не мы же это делали, по-любому. Это же они там внутри делали. Прекратите. Президент Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. Что говорит президент Трамп конкретно, тоже дайте мне текстовку, что он сказал, что он победил благодаря российскому вмешательству, что ли? Я что-то такого не видел. Он вышел и сказал, мне кажется, русские сделали это, но больше так не поступят. Опять, вот ей кажется. Слушайте, это очень серьезные вопросы мировой политики, а вам кажется. Это же не просто какое-то интервью провести или статью написать в газете, а по поводу вмешательства. Вы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают. Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили, и жвачку жуют. Развлекаются просто. Это систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Заканчивайте, давайте. И вам легче станет, и нам. Премьер Моди, Путин сказал, что не вмешивается в дела других стран. Вы верите в это? У Дадона спросите, он знает. Вы говорите об Америке, России, Трампе, Клинтон, о таких лицах. Мне не кажется, что нужен такой судья, как я. Да, не тут-то было. С индусами непросто. Древняя философия. Это мы, люди простые, прямо отвечаем то, что думаем. Американская телеведущая руководствовалась мудростями американской школы журналистики, когда всех запугали Россией, но все больше и больше интересуются мнением России. Трамп объявил о выходе США из парижских соглашений по климату. Европейские лидеры быстро отреагировали, обвиняют его. А как вы к этому относитесь? Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают. Вы читали сами эти парижские соглашения? Нет, не читал, я вижу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был. Сейчас точно взволнован, так это вся Европа после публичного признания Меркель, что сейчас при Трампе Европе надо рассчитывать только на себя. Канцлер Австрии сегодня продолжил. Мы такое чувствуем впервые, чтобы американский президент хотел действовать в интересах ослабления Европы. И Европа должна сделать вывод. Есть вещи, которые мы просмотрели. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, это продиктовано в том числе давно накопившейся такой обиды, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, на то, что суверенитет ограничен. И в рамках, кстати говоря, военно-политических союзов он ограничен официально. Там прописано, чего можно, чего нельзя. А на практике это еще жестче. Ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну, там, далеко. Вот эти склоки вокруг НАТО, помогают ли они России? Помогают ли они России? Ну, в том смысле, что НАТО может развалиться, да, тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем?
Ответ только один. Что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Если говорить о последней встрече на высшем уровне, то Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время одновременно говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, зачем увеличивать военные расходы? Вот говорят о том, что НАТО должна более активно работать, бороться с терроризмом. Мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности. И очень многие представители с американского континента, из Европы, нам на ухо шепчут. Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию. Ну это что такое? Вот люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают? Люди ездят в бронированных машинах, они в безопасности. Они не чувствуют угрозы для своих собственных граждан, похоже. А уж на несобственных граждан, как показали в том числе события на Украине, они вообще не хотят обращать внимания. Запад поддержал в стране госпереворот, спровоцировал там гражданскую войну. Теперь требуют от России выполнять Минские соглашения. Мы постоянно слышим, вот если исполнит Россия Минские соглашения, то все будет хорошо. Россия не может исполнить Минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы содействовать этому. Но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией вот этих непризнанных республик, этих территорий. А что на практике происходит? Радикалы взяли и заблокировали вообще всякое движение людей и товаров. Президент Порошенко предпринял попытку разблокировать, устроил там драку и стрельбу в воздух. Так ничего не сделал. И через день или через два дня, хотя публично заявил о том, что те, кто это делают, чуть ли не... Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов, она является ошибочной. И уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Ну, можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом. И вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создание коалиции после того, как все сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия. И они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали тебя больше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на
на всех, кто это делает. А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции, сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие, а завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие, как люди, вы, так люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим и не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, ну, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике там, или где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну хорошо, в Ираке там воюют, плохо. В Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время в Совете Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю, не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно. Страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы. A friend from China, apologies then. Пожалуйста, Китай. На юбилейный саммит СНГ в Бишкек приехали главы семи государств. Украину представлял посол в Киргизии, который выступил с неожиданным заявлением. Попытался оспорить председательство России на Совете глав СНГ в будущем году. Учитывая то, что Российская Федерация аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования. Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, результат противоправных действий
определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. А Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие находится в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенных Наций, соответствующими решениями судов Организации Объединенных Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике Международного суда ООН. Первое. Теперь второе по поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ. И поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой